Асфальтобетонная смесь температурой в 150 градусов, катки весом в несколько тонн и ударные темпы работы. Текущий ремонт на улице Гастелло на участке от Московского шоссе до Старозагора ведут ночью. Чтобы обновить порядка 600 квадратных метров дороги, задействованы больше десятка спецмашин. Идет ямочный ремонт, карты до 100 погонных метров, горячей асфальтобетонной смеси. Подготавливаем карты, прометаем их, потом проливаем битумные эмульсии. Раньше применялся принцип битум, сейчас битумная эмульсия идет. В этом году в Самаре комплексный ремонт проводится на 13 улицах. Среди них Венцека, Рабочая, Мариса Тереза. Уже завершены работы на Южном шоссе. Вскоре обновление ждет и Южный мост. В этом сезоне запланировано отремонтировать более 200 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов. Особое внимание улицам-смычкам, которые в час пик разгружают главные транспортные артерии города – Новосадовую и Московское шоссе. Улица Гастелло является, скажем так, дублером улицы Советской Армии. При большом трафике часть улицы мы уже отремонтировали от Новосадовой до Московского шоссе. Скажем так, разгрузили существенно улицу Советской Армии. Дальше по Гастелло. На участке от Новосадовой до Старозагора положили порядка 1500 квадратных метров нового дорожного полотна. Столько же отсыпали крошкой. Проезжую часть ремонтируют за счет городского бюджета. По словам рабочих, свежий асфальт прослужит не менее 2 лет. Следующий этап – обновление улиц-дублеров. Потапова, Революционная, Лукачева. Алина Чемерис, Максим Гусев. События.